Австралийская компания Lockheed Food, специализирующаяся на перепродаже эксклюзивных дизайнерских аксессуаров, назвала отличительные черты поддельных сумок. Об этом сообщает Daily Mail. Во-первых, фальшивая сумка сделана из кожзаменителя, который имеет характерный акриловый запах, присущий поддельным кожаным вещам. Во-вторых, на дизайнерской сумке пришита голограмма с серийным номером, по которому можно определить год ее выпуска. Более того, каждой сумке прилагается карта аутентификации, серийный номер которой повторяет тот, что написан внутри сумки на голограмме. Каждая буква в обозначающих страну изготовителя словах «Made in» на люксовой вещи четко пропечатана, не расплывается и не сливается с остальными. То же касается гравировки с названием фирмы на бегунке молний. Наконец, сумки люксовых брендов упакованы в тканевые мешочки, на которых также четко пропечатан логотип. В марте компания Group Project создала метод борьбы с подделками продукции известных брендов с использованием технологии блокчейн. Производителям одежды предложили прикреплять специально созданный криптотик CryptoTag товарный знак к изделиям. Таким образом, покупатели смогут самостоятельно проверить подлинность товара, сканировав тег с помощью мобильного приложения на смартфоне. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.